Ну это же, блядь, получается внутри что-то там происходит. Обойма лопнула. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Я думаю, не должно ничего случиться. Ну, конечно, я гарантировать это не могу. Да, ну понятно. Но, блядь, я думаю, что ничего не должно. Ну, в области я не поеду по-любому на такое. Не-не-не, в области точно не надо. А так вот по городу где-то дыр. Витуник, Комброд, не видно. Ну, здесь, да. Там, повыбирать, короче, поперебирать заказы. Ну, да. Ладно, Дим. Да ну да, да. А то и холодильник. Вчера товарищи тут выручили, блин, собрали наконец-то, приехал тут друг дальнобойщик. С Европы приехал, собрал наконец-то всю кучу. Тут видимся-то, с одним когда не видимся, с другим. А тут наконец-то собрал всех. Да, да, да. А он еще бывший прапорщик. Второй. Прапорщик это вообще, блядь. Причем в Венгрии. Больше генерала, блядь. Да, причем в Венгрии. Второй в комендатуре сейчас служит.